Так, делишки-ребятишки, с вами снова Эдисон, и добро пожаловать в Майнкрафт! Да, вы все правильно поняли, сегодня вместе с вами мы будем проходить карту! На моем канале карты в Майнкрафте мы проходим довольно-таки редко, но просто сегодня у нас будет очень серьезная карта, где мы ни хрена с вами не будем понимать. Карта называется... Подожди! Чё? Она так и называется. И название этой карты уже подразумевает то, что тут будет происходить просто какой-то... Поэтому ставь лайкусик прямо сейчас на вот этот ролик, если ты хочешь, чтобы мы с вами проходили как можно больше карт. И давайте наберем хотя бы 25 тысяч лайков. Я обещаю то, что сразу же выйдет следующий видосик, следующей картой, следующим прохождением и со следующими... овациями. Давайте приступим. Хорошо, карта у нас называется «Подожди». Что? Тут у нас правило. Не читерить, бла-бла-бла, это все понятно. Подожди! Что? И мне кажется, что сразу же можно приступить к самой карте. Ага, это одна из тех самых карт, которые троллит тебя на самом начале. В чате пишет, ты не должен был этого ожидать. Так, хорошо. Тут у нас кнопка, чтобы ты пехнуться в комнату, где якобы лучшие ютуберы. Вот эта кнопка нас убивает. Твою матушку! И вот тут еще есть одна кнопка. Только как мне туда допрыгнуть? И почему тут есть невидимые блоки, через которые я не могу пройти? Как мне допрыгнуть до вот этой кнопки? Или я могу как-то залезть на вот эти невидимые блоки, ядрить, колотить? Как? Как? Ага, посмотрите, тут я даже не могу подпрыгнуть, потому что тут надо мной невидимые блоки. Смотрите, какое красивое небо стало. Ладно, хорошо, как мне залезть на... Ага, на второй. Ага, то есть сюда мы залазим вверх, потом идем сюда, понятно. Твою за ногу, а! Вы понимаете, что это только начало? Это только начало! Вот. Ага, идем сюда, хорошо. Идем сюда, тут значит еще один блок... До свидания. Я не могу. Вперед. Сюда. 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 Да, да. И потом вот сюда. Зачем я только что 5 минут своего времени угробил? Ладно. Вот эта кнопка сверху нас... Она пропала. Она пропала. Так, а может... Ебой! Так, ну смотрите, какие тролли. Пытаются меня затроллить. Поменять кнопки местами. Это убивает, та не убивает, это убивает, та не убивает. Хорошо. Выбери свою шляпу. Кактус. Ну такое, знаете, такое. Не нравится мне шляпа-кактус. Наковальня. Ну, тоже такое, на самом деле. Ну, такая себе наковальня, не нравится. Дальше. Астронавт. Опа, вот астронавт мне уже побольше нравится, на самом деле. И кто? И единорог, да, походу? Вот единорог мне больше всего нравится. Зашибись, Эдисон единорогом будет. Все, хорошо, начинаем карту. Лабиринт? Так, ладно, лабиринт. Ну я ж не такой тупой, чтобы просто... Ага. Смотрите, какой автор хитрожопый. Вы понимаете то, что тут даже прохода нет, смотрите. В этом лабиринте даже нет прохода дальше. Нет прохода дальше. Как мне туда прийти? Как мне туда пройти, жопошник? Если... Так, ага, может тут что-то есть? Тут тоже ничего нет. И тут ничего нет. Сраный создатель карты, а? Так я просто могу забежать сюда и пробежать вот этот весь лабиринт, ну, типа. Подождите, а вот этот ковер там раньше был? Ладно, неважно. Ну, типа. Если ты в недоумении, то да, ты должен был пробежаться сюда по заборчику. Ладно, мне без разницы. Первый уровень мы прошли, сразу следующий уровень. Сразу следующий... Так, подождите, я сразу же кое-что заметил тут на начале. То, что у меня тут есть палочка. Хе-хе-хе! Что думал автор карты? То, что я такой нубас, что эта палочка может ломать? Она может ломать землю. И что тут в этом земле? А, сундук. А в сундуке? А в сундуке у нас кирка, которая может ломать каблстон. Ну, это самый типичный уровень в Майнкрафте, когда ты вот... Я сейчас сломаю вот каблстон, тут будет еще один сундук с киркой, который, допустим, может ломать железо. Может ломать железо. В железе будет еще одна кирка, которая может ломать что? Которая может ломать золото, да?
Я вижу, кстати, там еще один. Да, можешь ломать золото. А что вот за сундук? Видите, тут еще снизу есть какой-то. Мертвый куст. Ну я же не слепой, чтобы его не заметить, то, что тут еще один сундук есть. Хорошо. Дальше. Это может у нас ломать что? Конечно же, золото. Золото сломали. Это у нас может ломать алмазную руду. Ну, как обычно, есть еще один сундук. А вот эта алмазная кирка, конечно же, может ломать обсидиан. Господи. Как же это долго будет, а? Твою мать, тут не было сундука! Зачем мне это полчаса? Ну, смотрите, я ломаю прямо сейчас посередине. Пожалуйста, дайте мне сундук. Пожалуйста. Твою задницу! А, вот еще один обсидиан, который сразу же встроен... пол, значит там 100% должен быть сундук. Да, 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 да. И тут есть В смысле? Как? Я вижу, там валяется кнопочка. Кнопочка, не вздумай, пожалуйста, пропадать. Кнопочка, пожалуйста, не вздумай пропадать. Я сейчас быстренько туда побегу, быстренько ее заберу и быстренько оттуда вылезу. Потому что я не хочу еще раз умереть. А-па-па-па-па-па-па. Там есть еще что-то. А почему я вообще в прошлый раз умер? Хорошо. А, кнопочка, которую можно поставить на блок лазурита. Ядрить, колотить. Ребят, вы случайно не видели тут в этой комнате блок лазурита? Потому что я на самом деле почему-то его еще не видел. Только, пожалуйста, не говорите то, что блок лазурита спрят... Нет никакого прохода, да? Подхожу сюда. Есть проход. Нет прохода. Есть проход. Нет прохода. Есть проход. Ах, ты же засранец, автор карты. Хотел меня надурить? Ладно. Фиджет спиннер! Фиджет спиннер! Фиджет спиннер! Как бы автор карты немножко запоздал. Спиннер был актуален уже очень-очень давно, он только сейчас создал эту карту. Хорошо, что мне нужно сделать? Перестань смотреть на фиджет спиннер и убей себя! Ага, то есть, чтобы мне пройти вот этот уровень, мне нужно себя убить, да? Но я сомневаюсь, что эти кнопочки меня как-то убьют, потому что тут пол невидимый, и мы можем наблюдать то, что под этими кнопочками ничего нет. Или это какая-то иллюзия, тоже непонятно. Ну, как я вижу... И по ощущениям я уже нажал на все кнопочки, поэтому вряд ли меня тут что-то смо... А может меня фиджет спиннер может убить? Да! Фиджет спиннер, фиджет спиннер. Так, хорошо. Половины сердечек у меня уже нет. Ага, ага. Он меня, конечно, отталкивает, зараза. Мне каждый раз нужно налево идти. Но все же. Опа, 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 опа. Это вообще самый простенький уровень. Автор карты. А, господи. Паку! Паку, это паку. Паку. Это паку. Твою мать. Это паку. Я очень сильно люблю паку. Паку. Ты издеваешься? Это паркур с невидимыми блоками? Как это? Так, хорошо. Тут невидимый блок. Значит, тут, по идее, он тоже должен быть. Может, вот тут? Да, тут его нет. Хорошо. Тут я уже понял. Дальше. Ага. Дальше. Ага. Значит, по идее, если я являюсь троллем, да? Я являюсь троллем. Как бы я сейчас поступил? То есть я прыгнул сюда, я прыгнул сюда, я прыгнул сюда. По идее, тут сейчас должен быть невидимый блок, поэтому я должен прыгнуть вот сюда. Хорошо, хорошо. Ну, вот сейчас точно сюда. Да твою мать! Нужно перепрыгнуть сквозь вот эти блоки. Я чуть не упал. То есть нужно перепрыгнуть вот туда, да? Потому что тут тоже невидимый блок, как я полагаю. Ладно, неважно. Опа! И тут тоже невидимый блок 100%, поэтому прыгаем сразу сюда. Господи, помилуй. Хорошо. Ладно. Опа! 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 Так, хорошо. И куда мне сейчас нужно пойти? Ты что думаешь, я слепошарый? Там кнопочка, смотрите, под этим блоком там есть кнопочка, видите? Ну сейчас, я допрыгну сюда. Мне кажется, нереально даже допрыгну, потому что тут 1, 2, 3, 4. 4 блока прыжок. Это как раз таки максимальная дистанция, на которую мы можем прыгнуть в Майнкрафте. Ладно, 4 блока. Я даже не прыгнул. Ебой! Ебой, так, хорошо, 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 хорошо. Сейчас мы вернемся за тобой, кнопочка, подожди нас. Рыба в сундуке, на которой написано 09 Shark Boy
0.9 мальчик акула? Ну, сюда я 100% не смогу допрыгнуть, потому что тут 1, 2, 3, 4, 5, 4 блока прыжка, но только тут у нас сундук находится на возвышенности в полблока, как видите. Это, в принципе, уже нереально. То есть я знаю то, что дальше я проходить 100% не должен, хоть я там и вижу кнопочку, потому что все заядлые майнкрафтеры знают то, что максимальная дистанция прыжка это 1, 2, 3, 4 блока. Если больше, чем 4 блока, или если поверхность не прям ровная, тебе нужно запрыгивать на возвышенность, то это уже 100% нереально дальше проходить, потому что на возвышенность ты можешь запрыгнуть только с расстоянием 3 блока, поэтому это 100% нереально. Я знаю то, что это выглядит как будто это возможно, но это невозможно. Все заядлые майнкрафтеры это знают. Паку, это паку. Хорошо, поэтому давайте мы быстренько пройдем сюда и нажмем на вот эту кнопочку ядрить, колотить. Опа! Опа! Как на нее нажать? Как? Ладно. Алло, Вася, это... А чё эта фигня? Да хватит гореть, а! Чё это? Эта кнопочка дает мне уровни. У меня 24 тысячи уровней. Нормально, да, хорошо. А что мне делать в этой комнате? Почему она такая маленькая? Хорошо, я могу зайти за картину, и тут написано... Не, это 2018. Проход через картины слишком стар. Так, хорошо, значит тут ничего нет. Я прыгнуть никуда не могу, на F5 ничего не могу посмотреть, что там спрятано, потому что надо мной, как видите, невидимые блоки, барьер, через который я не могу перепрыгнуть, и у нас тут загадка. X плюс Y равно... Так, хорошо, что может быть X и что может быть Y в Майнкрафте? Только координаты. Так, подождите еще раз. Что может быть в Майнкрафте X и что может быть в Майнкрафте Y? Только координаты. X у нас 191, а Y у нас 18. Если 191 плюс 18, значит у нас получается 209. Все верно? Все верно. А что 109? Как мне сюда написать 109? Так, это типичные уровни, то есть у меня есть бумага, мне дали уровень, я тоже не балбес, значит я беру бумагу, переименовываю в 109 и кладу в, ага, опа, сюда, хоппер. Да, изи, изи, смотрите какой, джиниус, я уже не раз повторял то, что мой прапрадед был Альбертом Эйнштейном, поэтому все на самом деле очень просто. Джиниус. Так, кнопочка, опа! Угу. А, уровень. Уровень называется уровень. Так, ладно, тут есть кнопочка, давайте нажмем. Ага, да, я на нее даже не могу нажать, и тут, как вы видите, опять невидимые блоки надо мной, значит, 100% должен быть какой-то паркур. Ага, ага, все понятно, значит мне нужно запрыгнуть вот сюда. Опа! А чё так просто? Я пропрыгал! Я нажал на кнопку, а её просто... засосало в стенку. Там в инвентаре у меня ничего нет, у меня есть рыбка, рыбку я жрать не хочу, тем более сырую. А где кнопка? Чё такое? Почему вот это исп... Может она... может тут есть какие-то спрятанные кнопки на самом начале? Кто его, мать его знает? А может там дальше есть проход какой-то? Я сейчас еще и умру, да? Да твою матушку, да хватит падать, а! Как я первый раз вообще так пропрыгал? Да, уровень, ничего тут не появилось, Хорошо, прекрасно, уровень называется уровень. Я уже вам говорил, то что уровень у нас называется... Да как же мне повезло первый раз пропрыгать вот туда? Опа, да ядрить мой батон!
Рыба, рыба, рыбонька моя. Может, там что-то есть? Рыба, ну да, а ну давай проверь обстановку. Опа! Ничего там нет. Рыба. Опа! Ничего там нет. Ладно, рыба, давай еще раз. Опа! Там ничего нет. Слушайте, я ничего не понимаю, как проходить этот уровень, честное слово. Да! Этой кнопки там раньше не было. Спасибо за игру. Я проходил этот уровень примерно минут 15. Я это, конечно, все вырезал, но я просто бегал, и спустя 15 минут там вот эта кнопочка просто почему-то решила появиться. Почему такой вопрос у меня складывается? Ладно. Изучить карту, взорвать ее к чертовой... Взорвать ее к чертовой матери. Не хочу я ничего изучать. Изучать он хочет карту... Фиджет спиннер! Фиджет спиннер, иди сюда, фиджет спиннер. Ты думаешь, я буду что-то изучать? Ты какие, мать его, изучать фиджет спиннера? Хорошо. Очень даже Ага, и вот смотри, фиджет спиннера уже тут нет. Замечательно. Ну тогда мне кажется, то, что еще вот тут можно немножко так подорвать, ну совсем немножко. Так, поставить еще 1, 2, 3 тинти. Мне кажется, то, что если я еще, допустим, 4 тинти поставлю, то будет самый зашибись. Ну хорошо. Давайте мы поставим сейчас, прямо сейчас последний тинти, чтобы не слишком много динамита у нас было, да? Вот смотрите, еще немножко, еще вот сюда последний тинти я поставлю, и все, зашибись. И пошел сразу. Красотища! Ой, ребят, мне кажется, что на этом уже на самом деле можно закончить это прохождение этой проклятой карты, потому что она мне просто все мозги взорвала. Ребят, я сразу вам скажу то, что если вы хотите продолжение, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на этот ролик. Я обещаю то, что как только с вами наберем 25 тысяч лайков, то сразу же выйдет следующий ролик с каким-то прохождением карты. Спасибо тебе огромное, то, что пришел сегодня на мой канал и посмотрел этот ролик. Мне очень приятно. Если ты новенький на канале, то обязательно подписывайся на канал. Если ты не новенький, то нажимай на колокольчик, если ты еще не нажал. Все нажимайте на колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои видосики и мои стримчанские. Еще раз скажу спасибо тебе огромное за просмотр. Всем удачи и всем пока!